целом впечатление от игры, да, сумасшедший совершенно матч получился с точки зрения развития событий. Согласен, матч был тяжелый и богат на голы. Не так, как на выезде. Как бы два матча по нулям, можно сказать, там играли до гола. Здесь было много голов, много эмоций. Так. Почему так получилось? Ты что решаешь сегодня? Ну, где-то команды начали ошибаться больше в атаке и больше в обороне. Начались потери, и за эти ошибки ФКУ сразу наказывали. Я понимаю, что эмоций не осталось, да, но вот тот момент, да, 4-3, что чувствовал, что в голове было? Я не знаю, как будто в облаках, в облака улетел. Я не знаю, как объяснить эти эмоции, просто голы, просто радость. Просто я еду и смотрю на трибуну, как люди кричат. А это показалось, что приятно. Ты не сразу как-то даже понял, что это за что? Ну, потому что я был с угла, и такой ракурс был, что я увидел, когда она только на лед упала, что она в воротах. То, что вы играете такой тройкой новосибирско-молодежной, это вообще, как это воспринимаете? Потому что, ну, и, собственно, с Коротком и в итоге зарешали. Ну... Редкость такое просто, что в плей-офф играет такая молодая тройка, и... Ну, по СКА мы знаем, есть там Марченко, Морозов, Подколзин, да? Ну, они невестные воспитанники. Да, вот, а вы свои, вы в своих трибунах играете? Ну, это очень приятно, что доверили нам сыграть своей тройкой. Мы как бы друг друга знаем, очень хорошо общаемся, и это приятно играть вместе. И еще приятно людей радовать вместе тоже. Где ты был в 2014 году, когда Санников забил во втором овертайме Акбарс? Я был в ложе губернатора. Мы тогда сидели, короче, история была такая. Нас пригласили команду 99-го года в ложу губернатора посмотреть матч. Ну, до этого приглашали 98-й год, потом нас. И в итоге так получилось, что в этом матче мы сидели в ложе губернатора и видели этот гол Санникова. Очень похожий гол, на самом деле, на твой сегодняшний. Если честно, я не очень помню, как он забил, но я помню, что он был в той зоне. Да. А сейчас как сделать этот последний шаг? Сейчас главное восстановление, больше отдохнуть и готовиться на следующий матч. Разберем соперника и просто уже надо будет все силы отдать, чтобы не ехать в Екатеринбург. Где легче играть, на выезде или дома, когда трибуны свои? Понятно, что они и давят, может быть. Да, в плей-офф везде тяжело играть. Дома, конечно, приятнее играть. Это болельщики, это поддержка совсем другая. Но в плей-офф везде тяжелый матч. Как удалось настроиться на овертайм с учетом того, что шайбу себе привезли сами, в большинстве играли и пропустили? Ну, считаю, счет сравняли, это как будто 0-0 опять играем. И плюс овертайм, это просто до ошибки, до гола. То есть настраиваться не приходилось? Конечно, готовились, что отдать все. Просто нужно ее туда завести зубами. Главный момент в матче, как считаешь, какой? Понятно, что гол, но тем не менее. Поворотный, скажем так. Есть какой-то момент гол? Блин, ну не знаю, такой матч был, что как бы мы вели в счете, но автомобиль постоянно догонял. Не знаю. Поворотный это вот победный.